Какая она тяжелая, 1000 штук. Личная книжечка «Пионер». Очень все интересно. Уважаемые друзья, всем большой привет. Снова с вами на связи Республика Хакасия, Хакасский резком КПРФ. Пионерская организация Республики Хакасия, личная книжка «Пионера». Пока я здесь крутился, вертелся по своим делам, и не только, получается, ознакомили меня вот с такой штукенцией. Извините меня за такое вот просторечие, но тем не менее. Расскажите, что это у нас? У нас личная книжка пионера будет вручаться каждому пионеру. Угу. И в зависимости от участия в различных мероприятиях, каждый пионер будет получать наклеечку. И по итогам года, в каком направлении у пионера будет больше наклеечек, где он больше поучаствовал, будет поощрение. Это очень круто. Сколько пионеров в Хакасии? Ну, сейчас уже более 500. Великолепно просто. Вот, уважаемые зрители, пионерская организация была, есть и будет в Хакасии, тем более, учитывая даже то, что сейчас у нас тут выборы, там все дела. Молодец, вы работаете. А у вас есть горные, флаги, что-то есть, атрибутика? О, кстати, барабан. Вон барабан. Я, кстати, это не только этот барабан, у вас еще подсобки. Вот в складе, тоже... да, там куча горнов, куча барабанов. Как вообще родители детей реагируют на то, что они пионеры? Ну, сначала все было так, как-то, ну, как ежики, наверное, да? В пионерской организации. Потому что, ну, это то поколение, которое пионерами уже не было. Угу. Вот. А вот бабушки, дедушки как-то с теплом вспоминают это все. И в итоге, когда ребенок попадает вот в этот коллектив, когда они начинают сами принимать решения, когда они начинают мыслить, когда у них, не знаю, там появляются идеи, и они их потом воплощают, то в итоге получается очень круто, ребенку нравится. И в этом году у нас опять дети поехали на Байкал и вернулись счастливые, довольные. Великолепно. А вот тут в личной книжечке пионера 2 ордена Ленина. То есть пионерская организация Хакасии имеет 2 ордена Ленина? Я так понимаю, да? Вот, вот, уважаемые друзья. Ну что же, я хочу пожелать всех успехов. Есть чему поучиться у наших товарищей из Хакасии. Поедем работать дальше. Нашим пионерам всех благ, здоровья, добра и всего самого наилучшего. Спасибо большое за такое замечательное интервью. Всем пока.